Здравствуйте, Лена. На собрании против деятельности золотодобытчиков ДК райцентра собралось свыше 200 человек. Даже мест в зале на всех не хватило. Пришли как старожилы, так и недавно переехавшие люди. Вы сюда пришли сегодня зачем? Вот конкретно прям. Мне интересно, как себя будет вести администрация, то есть какая у нее позиция, понять, сделать какие-то для себя личные выводы касательно того, какое руководство в данном районе. Я сюда переехал недавно, мне интересно, как я буду относиться к этим людям. Многие жители недовольны качеством воды, которая, по их словам, стала мутной из-за деятельности золотодобытчиков. Власти уже отреагировали на это. Вскоре должен прибыть Роспотребнадзор. Другая претензия заключается в том, что золотодобытчики не рекультивируют землю. Надо вот отследить, чтобы рекультивация была сделана, чтобы все было в порядке. А не как в Алтайском районе, где долину речки разрушили в сторону Никольского. Было там золото, много было, но нарушения страшные. Они меньше накопали, больше нарушили. Ранее губернатор Алтайского края разговаривал с администрацией района по поводу работы старателей. Виктор Томенко против подобного вмешательства в природу Солнечинского района. Сейчас местные власти собирают подписи в петиции против добычи золота. В интернете проголосовало уже свыше 2000 человек. Подробнее обо всех остальных деталях расскажем в сюжете на следующей неделе.